Короче, слухи. Вслед за Романом Мадяновым театр Маяковского покидает актер Михаил Филиппов, который прослужил там около полувека. Как оказалось, Михаил Иванович уже давно задумывался об увольнении. Из театра Филиппов уходит, не испытывая негативных эмоций. Оформляю документы, уже подал заявление. Но это не спонтанное решение. Оно зрело в течение всего этого сезона. Обиды никакой нет. Просто климат в театре очень изменился, с моей точки зрения. Он уже задействован в спектаклях малого театра. Если 50 лет прослужил в академическом театре, то умирать надо в императорском. Отметил Филиппов по этому поводу. И все же актер очень переживает из-за перемен на профессиональном поприще. Как ни крути, с театром Маяковского его связывает многое. Не буду скрывать, ухожу с тяжелым сердцем, оставляя в этом доме очень много хороших людей, разоткровенничался он. Напомним, помимо театра, Михаил Филиппов много играл в кино. Любите свою жизнь и подписывайтесь.